И снова здравствуйте. Ну это на самом деле уже завершающий капитанский урок. Все? Да. Третьего не будет. А завтрак? Завтрак без капитана. Ну вот, даже мы с вами до завершения играться, последний завершающий капитанский урок. Как бы завершение навигации события такое предсказуемое, но всегда немножко грустное. Грустно тем, что заканчивается навигация. Мы немножко, если мы будем, пройдет какие-то 5,5 месяца, мы с вами встретимся. Встретимся на теплоходах компании «Инфофлот». Ну что вам пожелать? Пожелать вам провести это время до начала следующей навигации. В ожидании чего-то хорошего. Счастья вам, здоровья, до новых встреч на судах компании «Инфофлот». А я, в свою очередь, хочу поздравить вас с тем, что вы стали уникальными туристами, которые пошли в уникальный рейс завершения навигации 2014. Это на самом деле торжественное событие, дорогие мои. Ну, поаплодируйте себе, вы же молодцы. Надеюсь, конечно же, что в навигации 2015 мы все увидимся не раз. Как минимум 2-3 это обязательно. Мы будем вас ждать на батуте, походу, солнечный город. Ну, вы поняли. Это конец навигации. Будем в походе, Александр Минал, вас тоже будут ждать. Солнечный город. Дорогие мои, до новых встреч в новом году, в новую навигацию 2015. Чтобы у всех все было хорошо, счастья вам, здоровья. Копите денежки. Дорогие мои, последний. Нет, крайний тост от капитана в крайнем рейсе, в крайнем ужине. Я не знаю, что сказать. У меня вчера был симпатичный. Счастья вам, здоровья, за вас вообще. За вас, за вас. Спасибо. Спасибо вам, что вы с нами в этом рейсе. За вас, дорогие мои. Спасибо. За вас. За вас. И за вас. Спасибо. Успехов вам. Дай Бог, что вы видите еще раз пираться. Спасибо. 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 Спасибо.